прессе за последнее время предъявлено столько претензий, и зачастую эти претензии абсолютно справедливы, это тоже надо признавать. И связано это с тем, что какие-то этические нормы в нашем цеху, они разрушены, и я думаю, что мы в состоянии все это поправить, мы в состоянии с вами показать свою дееспособность и защищать свои интересы.